Всем салют и добро пожаловать на прохождение игры «Побег. Теория заговора». С вами по-прежнему Андрей Доцент, и мы все еще находимся в тюрьме, пытаемся спасти свою задницу, а также задницу двух главных героев. И нам в первую очередь необходимо остановить Манникса, который попал в эту тюрьму, чтобы лично убить Барроуза. И ситуация осложняется тем, что вернулся Абруцци, который знает о том, что мы, скажем так, внедренный агент. Поэтому ситуация накаляется, нужно действовать быстрее. Но для начала нам нужно проверить, нет ли еще чего-нибудь у нас на прокачку. Удар! Нет, нифига. Так, ну нет, так нет. Так, куда нам нужно идти? Нам нужно попасть как-то вон туда. Это можно сделать только если перепрыгнуть через забор. Ну, давайте. Ага. Так, кафетерия. Отлично. Следуйте за Манниксом. Так. Манникс. Манникс здесь. Закрыли, а. Главное, чтобы этот на меня, скажем так, не сагрился. Аккуратненько. Краем глазом что-то меня увидел, но потом нет. Потерял из виду. Так, двигаем, двигаем, двигаем. Следуем за ними. Послушать Манникса. Послушайте. Так, вот они. Ну-с. О чем будет разговор? Мы можем говорить здесь. Где Люси? Что вы сделали с моей дочерью? Спокойно. Мне нужно, чтобы ты отвел меня к Линкольну Барроузу. Но где Люси? Как я узнаю, что она в безопасности? Что вы за люди? Просто пусти меня к Барроузу, и все будет хорошо. Я не хочу, чтобы что-либо случилось. Хватит. Твои дети в безопасном месте. Лучший способ помочь ей делать так, как тебе сказали. Кто-то идет. Пошли. Опа-на. Блин, а мы тогда где там находимся? Так, мы что, в ящики залезли? Ублюдок! Нифига себе он не заметил. Войдите в коллектор. Так. Как же мне это сделать? Ага. Тихо. Чё, поверху как-то? Или чё? Как мы будем пробираться-то? Я, кажется, понял. Скорее всего, нам придется тут пару раз кувыркнуться. Так. Ой-ой-ой. Так, ладно, хрен с тобой. Что это было сейчас? Что-то на секунду появилось и исчезло. Тихо. Тихо. Так. Куда он сейчас пойдет-то? Надо подождать. Так, отлично. Вот пусть он туда и идет. А мы пойдем по своим делам. Черт, отмычку подобрать. Угу. Ну, давайте. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Так, пусть он уходит, и мы сейчас будем взламывать. Вот так вот. Раз. Два. Три. Давай взламывай ты. Четыре. Пять. Фух, ёлки-палки. Нормально так, однакось. Так, ну мне сюда. Так. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Он не должен нас услышать, иначе все, ребят. Отступать некуда, нас просто здесь прямо повяжут. Главное, медленно отворачивать эти... хреновы болты. У меня вот только вопрос, чем мы все-таки их отворачиваем? Ну, скорее всего, пальцами жить захочешь, знаете ли, и не тем отвернешь. Все. Так, елки-палки, это куда мы там провалились? Найдите подпольную арену. Вот это уже интереснее, кстати. Ну, давайте найдем.
Крысы бегут. Так. Что у нас тут? Что-нибудь есть? Неа. Проберитесь в коллектор карцера. Так, ух, сколько тут охраны. Я не прошу лекарства от рака, брат. Эту драку пора прекратить. Я выясню, кто за этим стоит, сэр. Обещаю. А мне не нужны обещания, мне нужны ответы. Да, сэр. Тихо. Что вы вылупились, идиоты? И наведите здесь порядок. 7 минут, сэр. Если понадоблюсь, я буду в комнате отдыха. Сколько времени, по-твоему, пройдет, прежде чем Поп выяснит, что Белик стоит за всем этим? Умные денежки, говорят. 2 недели, если не раньше. Так. Погнали. Погнали. Вот так вот. Давай ты отлепись от стены этой. Ага. Что за нахер? Услышал. Услышал, да. Определенно услышал. А, нет, он просто решил здесь помыть. Так, ладно. Аккуратненько. Так, одно отвинтили. Я так понял, тут нам надо вообще никаких звуков не издавать. Тихо. Все. Короче, я так понял, нам придется по одной гайке отвинчивать. Что-то мне показалось, что в него сейчас прицел какой-то светил. А, это дверь там, господи, снайпер. Так, одна есть. Тихо. Вот так вот. Уходим. Уходим. Все. Осталось последнее. Сейчас мы попадем туда, куда нам нужно. Давай. Все, выбирайся отсюда. Так. Коллектор карцера. Неплохо. Некоторые двери закрыты, но их можно взломать. Я все-таки так и не понял. Ну, вот эти вот деньги, которые мы в боях получаем, да, вот. Их можно потратить на татуировки и все, что ли. Больше ничего полезного. Хотя бы какую-нибудь заточку бы там, я не знаю, что-нибудь такое. Похоже, нет. Я чувствую, как эти деньги лежали в инвентаре, так и будут лежать без дела. Так. Погнали. Все. Что у нас здесь? Избегайте камер. Хорошая задача. Избегайте камер, говорит. Так, подсказка. Врубаем. И еще одну. Отлично, отмычку подобрать надо. Раз. Два. Три. Давай. Фу, успел. Прокрадитесь через охрану. Игра скоро начнется. Ты идешь? Да, оставайтесь тут. Мне просто нужно сообщить Баррозу, что пора идти. Хорошо. Буду ждать. Опа-на. А мне как быть? Баррозу! Ага. Сюда направляются люди, чтобы забрать тебя в лазарет. Эй, Смит, игра началась. Ты идешь или нет? Я иду. Тихо. Тихо. Так, они все поднялись. Нормально, а мне, значит, сюда, да? Нет, не сюда, надо за ними идти. Надо идти за ними. Так, я ждал этого реванша весь сезон. Тихо. Тихо, да чтоб тебя. Зараза. Ух ты. Так. Стойте, 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 пусть поднимется. Главное, она не идет. Короче, там, видимо, не надо медлить, да? Надо просто быстро, скажем так, заходить и идти в сторону того прохода, потому что там спрятаться нам практически негде. Ладно. Так, ну что мне? Я ждал этого реванша весь сезон. Ну и чё, вы сядете?
Так, это начальник ПОП, капитан Белик не на посту. Он в карцере? Нет, сэр, не видел его целый день. Подождите, я спрошу Смита. Эй, Смит, Брэда не видел? Неа. Нет, сэр, его здесь нет. Хорошо, спасибо, увидите его, скажите, чтобы он немедленно явился с отчетом в мой кабинет. Так, ну чё там? Ага. Отлично. Просто превосходно. Так, сдается мне сейчас взламывать, да, что-то придется. И, наверное, придется взламывать вон ту дверь. Главное, чтобы нас не услышали, да? Да. Аккуратненько. Раз. Так. Два. Ой-ой-ой! Тихо. Блин, скрип такой был не очень. Так, войти. Ну, слава богу, обошлось. Однако, поговорите с Линком. Ух ты! Белика, что ли, так вырубили? Или кого? Где Линк? Так, молись, Барроуз. Забудь об этом, Маник. Ух ты, я собирался первым заняться Барроузу, но я могу уступить. Нифига себе. Маник что вытворяет? Бей его! Так, ну все, Барроуз, встань подальше от двери, мы забираем тебя в лазарет. Это не конец, Пакстон, уж поверь. Черт. Пакстон, Альда мне сказал, что ты на нашей стороне, не дай Маниксу уйти. Так, уходим. Пора сваливать, выйдите из коллектора. Черт, он нашу эту забрал, да, записывающее устройство? Ух ты! Тихо! Так тебе! Черт! Ой-ой-ой! Черт! Узнал меня! Значит, мне нужно сделать так, чтобы он не узнал. И раз! Давай! Так. Давай еще раз. Е, жми! Жми Е! Я чё? Сказать ничего не может. У него что, челюсть выбита, что ли? Так, ну нормально. Туннельная крыса. Из дырки в полу. О, и ковер. Нормально так. Вообще здорово. Просто замечательно. Пакстон получил послание от Альда, в котором говорилось, что записи о нем в компании были уничтожены. Маникс прибыл в тюрьму под видом заключенного. Его миссия – убить Барроуза и Пакстона. Пакстон помешал ему, когда он пробрался в камеру Барроуза. Вот дела. Творятся, однакось. Так. Что у нас тут? Ну, мы тут со своей камерой, как обычно, будем сейчас, да? Нет. Так, Тибек вроде, его так, да, зовут? Абруцы. О, сейчас, походу, Абруцы всем разбазарят. Так, стойте. А по-моему, это, знаете, я вот вычитывал в Вики, по-моему, это момент побега. В сериале же они же побег какой-то совершили. И там, по-моему, человек 5, что ли, или 6, или 7 было. Сдается мне, побег у них намечается. Так-то сериала я не смотрел, но Вики был про это написано. Прости, мест нет, приятель. Ух ты! Черт! Мама! Офигеть! Так, продолжить. Так. Пробел! Давай! Господи, борьба с унитазом. Да что ж такое, а? Есть! Нормально меня придавило. Ладно. Дубль 3. Так. Пробел. Бляха, муха, что там следующее надо было нажать? Е. Ты чтоб тебя. Уф, так, ладно. Давайте. Пробел. Снова. Пробел. И еще раз. Так. Кстати, давит унитаз. Да ёб твою налево, а. Эти квиктайм-ивенты реально, знаете ли... По принципу, надо знать заранее. В полсекунды реакция. Ёлки-палки. Жмешь, 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 жмешь. Он прекращается, а в этот момент ты делаешь еще одно нажатие. Ну, как иначе? Ладно.
Ядрить твою налево. Уже сходу, даже не добивает, уже так вырубает. Нормально так. Давай. Давай. Так. Отлично. Есть. Наконец-то. Слава богу. Все пропало. Следуйте за Скофилдом и беглецами. Ну, давай. Так. Спрыгнули. Че, лезть? Куда лезть? Ну, давайте сюда. Следуйте за Скофилдом и беглецами. Отлично. Так. Открыть. Что у нас есть? Так, лезем сюда. Ага. Я не понял, мне что, вниз что ли надо или куда? Я вот что-то одного понять не могу. Ну-ка, давайте-ка побегаем, осмотрим. Вот видите, кто-то там стоит. По всей видимости, это заключенный или кто? Ну ладно. Так, налево. Погнали. Здесь-то мы были. По всей видимости, вниз надо, да? Ну уже! Вон они бегут. Да? Сваливают. Интересно, а в фильме не было интересно, да, показано, что Пакстон с ними убегал? Точнее, они думали... Да. Что дела бывают, да? Так. Держись. Превосходно. Превосходно. Да чтоб тебя... Прыгивай. Опа-на. Манец. Сдавайся, Пакстон. Ты не можешь победить все карты у меня. Да вот хрен из два. Сейчас только выход найду. Так, поймайте Манекса, пока он не достал Линка. Так, давай. Вон он. Стой, стой. Так. Блин, беготня такая. Лезем. Фига себе, Манекс. С виду старый дед, а скачет, офигеть. Давай. Ну, бляха ты, муха. Прыгай. Так, куда теперь? Все ясно. Да нет, 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 не уйдешь. Не уйдешь. Ну, ты какой шустрый, а. Опа-на. Ну чё, не сдаешься, да, Пакстон? За что ты меня подставил? Ты узнал слишком много, узнал о моих делах с мафией. Ты стал обузой. Ну все, пришло время платить по счету. На тебе! Не, чувак, рукопашную бою. Ты хрен с два чё сможешь сделать. И обратно тебе. Ух ты! А какого? Так. Нифига себе. Да. Бывает и вот такое, ребят. Так, поймайте Манекса, пока он не достал Линку. Он меня сейчас достанет. Этот старый вообще, черт знает, что вытворяет. Да что ж такое, лишний пробел нажимаешь и все, и хоть ты убейся об стенку, а. Так. Давай. Так. Отлично. Черт, опять за ним. Переоденьтесь в униформу охранника. Ах ты скотина. Погнали. Так, вон наша униформа. Да-да-да. Помню, мы сбрасывали. Надо ее напялить. Так. О! Вот это другое дело. Сейчас нас должны за своего принимать, да? Интересно, что же будет? Что же будет? Обман камеры отключит ее на несколько секунд. Обман камеры. По ней стукнул и все. Так, сбегите с Фокс Ривер, тюрьмы штата. О, Манекс. Скачет. Годы свое берут. Опа, Борос уходит. У меня нет на это времени. Мне это касается не Линка. Чего? Да чтоб тебе. Так. Тихо. Да чтоб тебя, а. Касса, ту кнопку, эту кнопку, еще что-то говори, и все, и сдох. Так. Давай. Давай.
Отлично, весь разгар, всего лишь уловка, чтобы Альда не высунулся из укрытия. Да ёб твою налево! Так. Давай. Да что ж тебе? Ну нафиг, ребят, ну это... Ну это вообще просто. Давай. Так. Да ты чё? Гонишь что ли совсем? Уже, у меня уже у самого начинает бока болеть. Так. Есть. Ух ты. Так, удачи. Как она долго сопутствовала тебе? Сейчас ты умрешь, Пакстон. Нифига себе, он что вытворяет, а? Так, опа-на. О! Барлс, да? Опа-на. Палево. Так, и чё? Пакстон! Не смотри так, но Барлс уходит. Чёрт. Нормальный такой обмен пошел. Ну, давай. Зрители есть. Отлично. Бах. Да чтоб тебя. И еще раз. И вот так вот. Нормально. Бил один удар и все. Так. Е. Левая. Е. Нормально так. Чё, второй? Второй раунд? Ну давай. Так тебе. Обратный тебе. И еще раз. Вот так вот. Бах. Вот так вот. Е. Так, да что ж такое? Битва прямо, знаете ли, самое что ни на есть идет. Ух, нифига себе ты меня одним ударом. Есть. Ну, давай, покончи с ним. Все. Это полиция штата Иллинойс. Всем на пол, живо. Они на офицера напали. Они слишком близко. Не могу прицелиться в заключенного. Ой. Я, по-моему, профукал момент. Е. 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 Левая. До сих пор что думаешь, все карты у тебя, Маникс? А расклад мертвеца у тебя имеется? Ух ты! Нормально. Досрочное освобождение. Заключенный мертв. Повторяю, заключенный мертв. Так. У нас 7 человек снаружи. Повторяю, 7 сбежавших заключенных. А, так вот кто это вначале был. Возьмите собак. Все офицеры к главным воротам. Шевелитесь, шевелитесь. Меня зовут Том Пакстон. У меня миссия под прикрытием для компании в тюрьме Fox River. Если вы слушаете это, значит я уже мертв. И он сбежал. Нифига себе. Круто. А начало было такое, я думал, что главного героя как бы убили. И про него вся эта история. Что он действительно мертв. А он, оказывается, все круто провернул. Оказался, скажем так, не хуже главных героев сериала. Было очень здорово, просто замечательно. Ну ладно, друзья, думаю, тогда давайте здесь мы на этом закончим и встретимся уже какой-нибудь тоже очень классной и интересной игре. Предлагайте в комментариях, что следует, стоит, необходимо и нужно пройти. Только интересную, хорошую, красочную, захватывающую видеоигру. Всем спасибо за внимание, с вами как всегда был Андрей Доцент, играйте в хорошие, интересные, суперские и превосходные игры. Всем спасибо за внимание, друзья, всем пока!